Всем привет, это Сами Сусами, у нас очередные покупки из барахолки. Начнем мы с вот такой вот кокулечки. Это у нас пластиковая машинка, ездила она опять же по дороге. И сниму я с нее, в принципе, только вот эти диски. Все, забавные, прикольные диски. В остальном это мусор. Так, теперь вот такая у нас прикольная Нива. Нива в 36 масштабе, состояние более-менее адекватное, за исключением мелких потертостей. Удивительно, что бампера все целые, все вроде целое, да, все целое, даже все края целые. Но есть один недочет, это потертости на стекле, и крышу надо будет разобрать всю машинку и слегонца подвыправить в правую сторону. Маленько-прималенько есть косячок. Так, теперь у нас для любителей покушать есть вот такой вот автомобильчик с дурацкими этими хот-догами, которые портят наше здоровье. Ни в коем случае есть во всяких Макдональдсах и KFC нельзя, все это дрянь. Так, ладно, не о том. Не о том. В общем, классный. Классный грузован, можно вместо вот этой кабины взять и впихнуть сюда от УАЗика морду. От подобного. Вот от такого. И будет прикольный у вас УАЗ, оригинальный, и такого нет ни у кого. Машинка Kingsfun, масштаб 36. Так, теперь у нас Тигр. У меня как-то в видосе недавно был Тигр. У этого состояния покраски, конечно, поинтереснее. И комплект колес все на месте. Но, к сожалению, у него на лобаче трещинка. Да, справа трещинка. Это вообще снять отсюда, 100 лет она здесь не нужна, это ментовская. Надо переделать его под гражданский вариант. 100 лет эта ментовская тема не нужна. Ну и в принципе все, он стандартный, он безрудный какой-то. Масштаб какой-то примерно 43-й, так как это чудо очень-очень крупное. Паршак. Классная расцветка, такой зеленый, матовый, такой блеклый цвет, классный. Я вот его, наверное, оставлю все-таки себе. Я пока подумаю. Оставлю, наверное, себе. Хочу переделать, опять же, его в стиль какого-нибудь там, типа, смертельная гонка. Что-то такое, боевая тематика, так как расцветка прям уже готова. Уже соответствует. Ее нужно просто немножко под более срамную, так скажем, сделать ее цветовую гамму. И будет шикарно. А так машинка уже готова к тому, чтобы быть боевой. Пара пулеметиков, каких-нибудь бронепластинок, и машинка уже готова. Только колеса поставим, само собой, другие. Арочки мы проточим чуть-чуть пошире. И будет это зверемобиль. Так, пикапик. Пикапик от Chevrolet. Ну, в принципе, стандартный. Обычный стандартный пикапик. Классно у этих пикапов то, что мне вот нравится. Есть пикапы, которых кузов цельный вместе с кабиной. Здесь же круто тем, что можно эту часть заднюю снять, она как отдельный элемент, и поставить на любую машинку, вот допустим, с тем же Зилком, который я недавно показывал тоже в видосе. Кабину взять от Зила, заднюю часть от вот этого пикапа, и будет новый пикап отечественный. А так, в принципе... О, кстати. Блин, трещина. Kingsmart, 32 масштаб, поедешь ты, нет? Зим! Отечественный автопром. Состояние пойдет. Вот за исключением, блин, куска бампера нету. Дворник я поставлю от другого Зима разбитого. И будет машинеха более-менее. Здесь подклеить, но это дело не хитрое. Точечные секунды клей. Шлеп и готово. Диагостини, 43 масштаб. Автобусик, зачетный мерсовский автобус, он прям такой, как вот, ну, он сделан в стилистике, как вот Hot Wheels, он прям реально крутой, прям офигенный. Открываются двери, и в принципе все. Что-то у него с задними колесами, как-то у него жопа низковата. Нет всей морды, полностью облицовки решетки радиаторной нету, но это в принципе не так критично. Его даже переделать не надо, он сам по себе забавный, он реально поднимает настроение, просто как машинка на полке поставить, ну, само собой, с решеткой, и все. Так, масштаб 1:55. Производитель SS, 7 Sight. Так, теперь у нас два УАЗа.
Ну вот этот более-менее живой, он практически целый по кузовщине. Из косяков у него нет только рейлингов и нужны все шины. Ага, колесо еще. Ну я не знаю, будут так стоять как есть, подбирать к ним, искать, честно говоря, времени нету. Единственное, что вот с этим, я, наверное, на него поставлю дверь. У меня есть этот синий прокуратура, у меня есть, кажется, серебристый. И самое интересное, что на этом есть дверь правая, а на том левая. И я, наверное, с того дверь серую поставлю сюда. Да, скорее всего так будет, потому что на том еще запаски нету, этот более целый. О, надо будет еще, наверное, фонарь посмотреть на том, есть сюда воткнуть. В общем, два УАЗика, 40 они, наверное, в третьем масштабе. Ничего, в принципе, особенного. Mercedes-Benz SLR McLaren. Крупная модель. Довольно крупная. Ну и масштаб, само собой, 32. Из плюшечек двери открываются, но не фиксируются, к сожалению. Вот в таком вот положении. Хопа. Нет зеркал. Стекло нужно полировать. И кто-то свистнул эмблему мерседесовскую. А так пойдет. Он стандартный, в общем, нюрейвский. Ничего такого сверх-супер какого-то в нем нет. А что, моторчик вытащен? Да, похоже, потроха вытащили с мотора. Опа-опа-опа-па, смотрите, какая красота. Гольфецкий. GTE, правильно, или как его там произносить. Гольф. Гольф вообще тема. Нет, к сожалению, заднего фонаря. Ух, машина, класс. Из косяков еще у него сделаны двери, как в принципе напоминает чуть-чуть, как у восьмерок. То есть там нет петель. Ну, немножко по-другому, в общем, сделано. И поэтому они что-то как-то хлябают. Там еще, наверное, я так понимаю, нету внутри пружинки. Пружинка в форме пластинки только. На одной двери есть пластиковая рамка с дверной картой, на другой стороне нету. Это плохо. Это у нас Бурага, она номерная, 32 масштаб. И из минусов нету вот этого дурацкого фиксатора. Здесь не винты, а вот эти самые пластинки, которые нужно оттуда подковыривать и вытаскивать. Здесь ее куда-то профукали, я так понимаю. Это, наверное, от чего-то другого. И, в общем... А, все равно не дает снять, да? Мешает. Надо спереди снимать, чтобы показать. Вот такой колхозный был сделан ремонт. Я так понимаю, ему прицеп, что ли, приделывали? Странно, конечно, к гольфу прицеп. Ух, да. Ладно, поехали. Хаммер! Вот да! Хаммер вот... Почему-то очень часто продают, ну, само собой, покупают. Ну, и я их тоже приобретаю. Но только в синем цвете мне он попадался. Не помню. Бигфута, кажется, не было в синем цвете. У меня еще ни одного. В основном они все всегда черные. Состояние классное. Единственное, что здесь очень тупо, это вот эта запаска. Какого черта на Бигфуте вот с такими колесами вот такая вот запаска? Но стоит. Пусть будет. Он целый абсолютно. Состояние очень классное. Опять же, в магазине такой стоит что-то под 4 сотки. Так, ну и напоследочек. Вот такой вот Урал. Это пластик. Такой же кузов я использовал в проекте Урала. Урал зомби апокалипсис. Единственное, что у меня был кузов не самосвал, а у меня был такой как сельхозник. Ну, в принципе, этот вариант даже в какой-то степени повеселее. Единственное, что здесь нет запасочки и одно колесо переднее выломано. Но колесо, слава богу, я нарыл. Там же оно где-то было в куче. Я уж чуть не ушел. Слава богу, нашел. Отломилось усика фиксатора, потому оно выпало. И усика поворотного механизма тоже отломано. Но это такие мелочи, это даже, наверное, я сам починю и поставлю. Все стандарт, открывается тут. Открываются двери. И, в принципе, ничего хитрого. И еще отсутствие это зеркала. А так пойдет. Он на батарейках. Он, возможно, даже дышит. И просто батареек там нет. А так состояние отличное. Хоп. Вот такие, в общем, у меня покупочки. Всем, кому понравилось, поддержите видос. Кому не понравилось, поставьте дизлайк.
Обязательно напишите в комментарии, что-то вам понравилось или не понравилось. Это, кстати, видосы уже последние с обзорами покупок. Больше их, скорее всего, не будет. Так что, всем спасибо, пока.